Сегодня утром ЦБ объявил о том, что отозвал лицензию у Русского международного банка. По вкладу населения он входил в первую сотню. Как объясняет регулятор, банк выдавал высокорискованные кредиты, в том числе нерезидентам, которые были связаны с владельцами банка. Денег населения в нем больше, чем на 15 миллиардов рублей. Это 91 место по стране. Выплаты вкладчикам обещают начать с 18 сентября. Накануне стало известно, что новым инвестором Русского международного банка должен был стать Республиканский банк развития, зарегистрированный в Южной Осетии. В планах было организовать собственную систему расчетов с Ираном и Сирией.